Доброго, хотя какой там к черту доброго, недоброго времени суток, друзья. В общем, я вас приветствую, вы на канале «Как научиться стрелять», с вами Александр Кульбицкий. То, в принципе, о чем мы предупреждали, я и Олег, вот начало потихонечку свершаться. То есть, в принципе, ну как бы, ходили слухи, что полгода нас не будут трогать, и с января это все дело будет штормить по-серьезному. Значит, прилетел мне страйк, вот сегодня открываю почту и приходит мне вот такое сообщение. Вот. Здравствуйте, как вы, наверное, знаете, значит, так, сейчас, о, вот так. Ну, в общем, страйк у меня прилетел на безобидное, в принципе, видео тонкости литья пуль 12 калибра, часть 2. Вот, нарушает правила сообщества в связи со стрелковой темой. Я немножко приболел, у меня голос такой вот простуженный, в общем, никак не могу выболеть, уже шестой день, плюс еще эта зараза. В общем, что дальше? Вот, пожалуйста, у нас жалоба. Страйк прилетел первый, как я обещал, ребята. Ну, можно подать апелляцию, но это апелляция. То есть сейчас бот как бы зарубил мое видео, а апелляцию подать можно, но она, естественно, будет отклонена, как бы, ну, это уже известно. То есть у Олега сегодня утром зарубили пулю шар, а у меня вот литье пуль 12 калибра, казалось бы, да. Значит, по правилам сообщества, вот, пожалуйста, справочный центр. То есть, что мы нарушаем? Сейчас я буду показывать. Я так не подготовился, просто вот с утра даже еще толком нормально не проснулся. Значит, давайте буду читать, что тут нельзя. Значит, что нельзя публиковать? Предлагается приобрести огнестрельное оружие или принадлежности к нему напрямую, например, у частных лиц или содержащие ссылки на сайты, где они продаются. К таким принадлежностям относятся среди прочих те, которые позволяют вести автоматический огонь, например, приклады для складной стрельбы, пулеметные пусковые механизмы, синхронные автоматические пусковые рычаги и комплекты для переоборудования. Но это как бы больше для штатов. А также магазины большей емкости, магазины и ленты более чем с 30 патронами. Вот тут самое интересное. Содержатся инструкции по изготовлению огнестрельного оружия, боеприпасов, ребята, магазинов большой емкости, самодельных глушителей и других принадлежностей, указанных выше. Сюда также относятся указания о том, как преобразовать огнестрельное оружие в автоматическое или полуавтоматическое. Показано, как собирать вышеупомянутые устройства и принадлежности. То есть показывать, как собирать патроны, ребята, просто получается нельзя. То есть, как я вам и говорил, мне придется удалить сейчас, то есть до первого страйка, те ролики, на которых у меня была полностью показана сборка 12 калибра патронов. Я их сейчас, ребята, удаляю, как бы резервные копии они хранятся. Олег, в принципе, уже почти допилил портал, загружает свои видео. У меня процесс будет гораздо дольше, но, в общем, зайдите к нему на Facebook, потому что я так понимаю, что мы можем скоро друг друга потерять. Все очень печально. В принципе, по таким пределам они могут зайти на любое мое видео. И, ну, как бы, литье пули – это не сборка патронов, но, тем не менее, видите, то есть попадает под страйк. То есть можно прикопаться, в принципе, к любому видео, поэтому, в общем-то, та работа, которая была проделана, она проделана была не зря. И кипиш, как нам писали некоторые умники, типа, вы зря кипиш садите. Нет, не зря мы кипиш садим. Все реально, все абсолютно адекватно. Просто нужно время. Бот все равно найдет, кинет страйки и все. То есть это у меня первый страйк, еще два и до свидания, канал. Поэтому видосики сейчас, ребята, будут удаляться, и как-то так, будем переходить на портал, пока еще канал живой, будем выкладывать информацию, как на него зайти, как зарегистрироваться, потому как, в общем-то, закрывать свою деятельность не собираемся, в общем, все печально, парни. Все, всем мира, добра, удачи, надеюсь на ваше понимание.